примем этот обетон. The overtime is over. Разделилось мнение судей, и что скажет рефери? Приготовиться. 114 парень. Russia. And he goes further to the semi-final. Женя! Вставляй ноги! Давай так сам!
Лена, Лена! Нет, Лена, свобода! С дистанции, Женя! С дистанции! На татамі приглашається Гулій Марзу, Україна, Амуріо Панчук. Decision. The winner is Thabo Lebina in South Africa. На татамі А приглашається седьмая пара спортсменов. Рудзинский Мариуш, Польша. Дин Майкл Сумин, Малайзия. To татамі A is invited Мариуш Рудзинский, Poland. And Майкл Сумин, Дин, Малайзия. At татамі B, to be ready, depend on the page. Вячеслав Ульянов, Russia, number 140, and number 141. Внимание на татами Б. Сидлаба, South Africa. Поланки.
to be ready for tatami one, number 152. Orhan Kuzbekenov, Kazakhstan, and Ramiro David Yanes, Bolivia, number 153. На татами А через 4 боя будет смена судейской бригады. Бригада номер 2. Просьба потихонечку собираться у татами. Attention to the second panel of judges. After four fights, there will be a change of the shifts of the referee. Welcome to Tatami B. Now the
последний бой сейчас выиграл. According to the unanimous decision of the panel judges, the winner of this fight is Eric Snellius, Zambia. To Tatami A, the referee, Yevgeny Prokhorov, Russia. The corner judges, Isidzava, Japan. Shashkov Sergei, Russia. Sergei Shashkov, Russia. Nakagawa, Japan. Nakagawa, Japan. Gakura, Ukraine. Igor Gakura, Ukraine. Danishvar Zino, Iraq. Zino Danishvar, Iraq. Представители команд, просьба своевременно готовить бойцов к поединкам. Еще раз на татами приглашается Итикава Масая, Япония, Щербин Алексей, Беларусь. Готовится следующая пара. Винник Виктор, Украина. Насыплыев Такир, Россия. For Tatami 2, to be ready, Tahir Nasipleev, Russia, Viktor Vinnik, Ukraine. На Tatami B, победитель не выявлен, объявляется взвешенный. На Tatami A готовится следующая пара. Толпышев Шелкан, Казахстан. Дедриковский Адам, Польша. Шелкан, Казахстан, Дзержиковский.
Czeka Tomaszew, Kazachstan. Adam Dęcykowski, Poland. I еще чудом! Оп! Левой, левой чудом! Шаг назад, левой! К нему, сам! Ручки, выше! Концовочку!
it's overtime. For Tatami 8.
участникам и событиям нашего чемпионата.
на подлаге А. The first panel judges on tabla A. Please be ready for the... Давай.
Russia. Vyacheslav Kasabin, Russia. Svetlana Matamari, Japan. Vasily Gai, Germany. The final judges number two. Please be ready to the shift for the next fight.
остановить время поединка. Врачи на татами. Чистая победа. И одна судейская бригада. Бригада номер 3 под руководством Таяма Акио. Приготовиться к смене. Боковые судьи. Швец, Россия, Красавин, Россия, Тамарец Тому, Япония, Гайер, Василий, Германия. Attention to the third panel of judges for Tatami A. After the next fight, please be ready for the shift. Referee Akio Kayama, Japan. Calling judges from Shvetsk, Russia. Vyacheslav Krasavin, Russia. Tsutamo Tomori, Japan. Vasily Gaya, Germany. Please be ready for the shift after the next fight. Thank you.
Акбаев Акболат, Russia. Усал Аласгаров, Азербайджан. Саджая, Джорджия, Расим Самедов, Россия. Категория.
Азербайджан, Расим Советов, Россия. Готовится Сюн Сибуя, Япония, Роман Лагутин, Россия. To be ready for the next quarterfinal, Сюн Сибуя, Japan, Роман Лагутин, Russia.
Украины. Лужники, Кокушин, Каратэдо.
проходим. Искренне всех поздравляю с этим замечательным праздником. Желаю всем, естественно, зрителям и болельщикам интересных красочных зрелищ, бойцам, участникам соревнований, замечательных, ярких схваток и, самое главное, взаимопонимания, укрепления дружбы ради мира на земле, ради того, чтобы мы могли вот так встречаться именно на спортивных татами, ковра, на спортивных площадках, не выяснять, кто лучше, кто сильнее. Самое главное – быть вместе, быть рядом друг с другом. Спасибо. Сате, секай 37 каков кара 大勢の選手の皆さんがこのモスクワに集まっていただきましたこと大変嬉しく思っております今回使用された全ての選手の皆さんに私は心から敬意を表します Позвольте мне также поблагодарить участников соревнований. Мне доставляет огромную радость видеть, сколько прекрасных бойцов, приехавших на этот чемпионат из 37 стран мира. Девочка, а если это у вас там годовое, я помню.
Thank you.
Россия хорошая. На тот момент, Россия Савинов, Россия хорошая. Шира, Роман Лагутин, Россия хорошая. Уважаемые зрители, вы видите, что сейчас все тренера по боковым сторонам бадами пошли. Это говорит о том, что спортсмены являются одногруппниками, они готовились, тренировались вместе. И сейчас стоит выяснить, кто же из них на сегодняшний день будет лучшим. Сейчас свои зрители могут только сидели. Расим и Роман. Под 73-м номером у нас Самидов Расим. Под 86-м номером Роман Лагутин. Чтобы они работали активнее. Понятно, что смотрим очень трудно, но мне это дает не компромисса. Один промах и этот промах является поводом для проигрыша, либо победы. Yeah.
на татами в качестве полуфиналиста. Конечно же, вчерашний удар правом, все это дает о себе знать, спортсмена здоровищем, экономит силы, понимает, что каждый минута может дарить ее победить в победе. Приготовиться к второму полуфиналу. Судьи, Япония, Сергей Осипов, Россия. Привет, Украина. Хаосин, Сергей Фанал-Пай. Судьи, Фуджи, Джепен, Сергей Осипов. Россия. Уважаемые зрители, чемпионат мира в мужниках под своими сводами собрал представителей 38 стран. То есть чемпион из этой страны прибыл на этот турнир показать свое мастерство. И вы видите, что в финале россияне и японцы. Родоначальники карате и хозяева чемпионата. Лучшие последователи родоначальников. Мальчик! Вы видите, что опять у спортсменов нет секундантов, потому что оба являются сборниками, догулками, готовились, знают друг друга. И поэтому третий, естественно, не может желать победы одному и проигрыша другому. Поэтому они сами решают, как вести бой. И кто хочет выиграть, тому придет победа. Вы слышите звук удара. Боится в полный контакт. До нокдауна либо нокаута. Две оцениваем. Два оцениваем результата. Базарец и бомб. Без защитного снаряжения. За исключением рака и нокаута. Ah!
Так надо было. Так надо было.